Получить бесплатную консультацию могут жители края в юридическом бюро на базе МФЦ. Специалисты также помогают представить интересы граждан в суде. В прошлом году такой правовой поддержкой в крае воспользовались более 5000 человек. Подробности в репортаже Яна Ленкевич. Николай Шабанов – многодетный отец. 2 года назад с появлением 5-го ребенка семья решила перебраться в более просторное жилье. В ипотеке банк отказал, поэтому мужчина взял потребительский кредит. Так как ипотеку не дали, смотрел по объявлениям, место жительства какое-то или дом какой-то продается. И вот нашел в Ильинке дом, подходящий как раз материнский капитал, ну, который хотелось вложить. Но нам было отказано. Отказали погасить кредит материнским капиталом, так как он является потребительским, а также по причине того, что оформлял его Николай, а не жена. За помощью семья обратилась в юридическое бюро. Там их проконсультировали и помогли подать заявление в суд. Спустя 2 года семья выиграла дело. Юрисконсульт Яна Новомодная отмечает, подобные случаи в ее практике встречаются часто. Бесплатную правовую поддержку бюро оказывает людям, попавшим в непростые ситуации. Допустим, когда родитель, который воспитывает ребенка один, лишается помощи в виде алиментов. То есть это не просто вот когда вот помогите дачу продать. Это там помогите там с машиной разобраться, там штраф нас там вылетели мы на штраф. Или что-то еще. Нет, это не эти вопросы. Чаще всего в юридическое бюро обращаются с вопросами по поводу жилищного права, детских пособий, алиментных обязательств, нарушения гражданских прав. Специалисты бесплатно консультируют в устной или письменной форме, а также могут представить интересы граждан в суде. В отдаленных территориях, где отсутствует подразделение государственного юридического бюро, мы также выезжаем периодически на специализированном автомобиле, мобильный офис. Вот. И там граждане также могут получить полноценную бесплатную юридическую помощь. В прошлом году бесплатной юридической помощью воспользовались более 5000 человек. Получить ее могут льготные категории граждан. Например, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и не только. Обратиться за помощью к юристу можно лично в МФЦ или через сайт центра, а также по телефону 8 800 100 42 12. Яна Ленкевич, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».